Тонут и выпадают из окон. В Челябинской области участились несчастные случаи с детьми. Трагедии этим летом происходили в Челябинске, Магнитогорске, Ашече, Сме, Миассе. Погибали даже дети из соседних регионов, приехавшие в гости. Эксперты отмечают, чаще всего ЧП происходят из-за недосмотра взрослых. Как уберечь детей от трагедии, узнала Юлия Савосина. Я смотрю, сумка летит. Я думаю, что с чем-то сумка такая набита. И парень бежит. Я говорю, наверное, сумку ловить. Он подскочил, а потом, говорят, девочка упала. Клавдия Диданина стала очевидицей падения 4-летней девочки из окна 5-го этажа. В этот момент женщина сидела у подъезда и не сразу поняла, что упал ребенок. Соседи рассказывают, что семья выпавшей девочки благополучная и ничего дурного за ними никогда не замечали. Они никогда не кричат. Родители между собой никогда не ругаются, не грубят. Все тихо, спокойно. Дети не плачут. Трагедия случилась в Магнитогорске. 4-летняя девочка выпала из окна, когда ее мама была на работе, а папа спал в соседней комнате. О случившемся мужчина узнал уже от сотрудников полиции. Ребенок чудом избежал гибели. На скорой помощи с тяжелыми травмами ее увезли в больницу. В этом году в Челябинской области участились случаи гибели или серьезных травм после падения детей из окон. В том же Магнитогорске ЧП не единственное. Ранее из дома по улице на Карла Маркса выпали сразу двое детей. Полуторагодовалые девочка и мальчик. Все дети были доставлены в отделение 3-й городской больницы. Все дети поступают в тяжелом состоянии, так как я уже сказал, что это политравма. Как правило, дети поступают в отделение реанимации. В дальнейшем они проходят лечение в нашем отделении. В настоящее время все дети имеют удовлетворительное состояние. В общем-то, один ребенок уже выписан, два ребенка в ближайшее время готовятся к выписке. Специалисты отмечают, дети выпадают из окон именно летом. Малышам жарко и не хочется сидеть дома. Предотвратить такие случаи помогут специальные замки на окна. Створку откидываем, фиксируем ключом, закрываем ключ, вытаскиваем. То есть ребенок, если даже подергает, он не сможет никак открыть ни в бок, ни вперед, никак. Так. Также закрываем, ключ вытаскиваем и ребенок уже не сможет открыть. Участились трагедии и на воде. Эксперты считают, что происходит все по вине родителей. Те во время отдыха просто забывают следить за купающимися детьми. А ребенок может захлебнуться буквально за несколько секунд. Резкий скачок, почти в 3 раза увеличилась гибель детей на водных объектах по Челябинской области. В прошлом году за год было 8 человек. На сегодняшний день в этом году уже 11 детей погибло на водных объектах. Чтобы предотвратить такие случаи, эксперты советуют учить детей поведению на воде и отдавать в секции плавания. И ни в коем случае не оставлять малышей без присмотра на пляжах. Ведь если ребенок начинает тонуть, он, как правило, редко зовет на помощь. Психологи объясняют это тем, что дети просто боятся, что их потом будут ругать. Юлия Савосина, Ольга Сухоплюева, Дмитрий Федотов, Иван Бредихин, ОТВ.